Всем, ребята, доброе утро. Сегодня 21 июня, у нас сегодня отвратительная погода, обещают дождь, причем весь день. Да уж, на улице 19 градусов, и это вот июнь. Еще печаль. У нас сегодня просто весь день идет дождь, просто весь день не переставая. Вот я говорила недавно, что погода у нас не соответствует. А сегодня, видимо, за все эти дни, когда она не соответствовала прогнозам, сегодня идет дождь. Просто отрывается вообще на всю катушку. Время 3 часа, уже 15 минут 4, и дождь не прекращался ни на минуту. Он идет и идет. Ну, как бы не сильно идет морось, но такая, ну, некомфортная. Ну, то есть ты просто так, ну, некомфортно идти иногда, вот идешь там, морсит, дождь, и как бы, ну, пофиг. А тут нет, пока идешь до дома, промокнешься. Сегодня вообще какой-то странный день, и вообще, я даже не понимаю, как он что-то проходит, стало рано. Вообще рано встала, совсем не выспалась. Вот. У нас обещают субботы уже замечательную температуру, 28 градусов, солнечно. Я предполагаю, что будет все 30-40 градусов. Ой, ну 40-то я загнула, наверное, для июня-то я, наверное, загнула 40. Вот, что еще сказать, я не знаю. Надоело так тупить. Выпила сегодня баночку Red Bull. Все равно туплю. Приехали забирать компьютер. Круто. Теперь буду монтировать видео на компьютере. Наверное. Да. У нас здесь есть, кстати, интернет-магазин и доставка. Вообще быстро, то есть там техника различные, телефоны, планшеты, все это можно заказать, через пару дней все это уже придет и хорошего качества, и по доступной цене находится. Забирать эти посылки надо на Херсонской 59, а склад у них находится в Новороссийске. Именно по этой причине, ну, все доставляется быстро, пару-тройку дней, и уже все сюда приходит. Вот. Кстати, классный. Я на свой ноутбук, который мне Женя все-таки сделал, я дала за него 3500 за жесткий диск. У меня полетел жесткий диск, и вообще он его разбирал. Оказывается, пролили либо кофе, либо чай. Но так как я ничего не проливала, я предполагаю, что моя киса маленькая втихушечку пролила что-то на него и мне не сказала. Да, именно поэтому он сломался, именно поэтому он стал перегреваться. Нельзя переносить ноутбук, когда он включен. Я тоже этого не знала. Нельзя ставить фильтр, который остужает или как, на закрытую поверхность. Иначе воздух не поступает и не остужается сам ноутбук. Вот я этого тоже не знала. Я все время ставила на диван, получается, было закрыто постоянно вот эти фильтры, вентилятор, и он перегревался. Да, и еще она его уронила, оказывается, тоже для меня. Короче, ушатала дочь мне ноутбук на 3,5 косаря. Вообще зайка.